Четверо счастливчиков, обожающих кей-поп и дорамы, победили в конкурсе от сообщества ВКонтакте «Корейский вайб» и отправились в страну своей мечты – Южную Корею. Знакомьтесь, Саша. Потная катка сегодня. Дыня. Это дыня. Вера. Альбомчики – это святое. Алена. Это была моя мечта – попасть в эту хванью. И Влад. Я интроверт. Они увидели Сеул. Мы в комплексе зданий Сеул Форест. И Пусан. Я тебе говорил, надо было на автобусе ехать. Побывали на настоящем кей-поп-концерте. Посетили популярное телешоу, прикоснулись к традиционной культуре и узнали, чем живет современная Корея. А еще они шопились. Вот вам денежки, ребята. Играли. Пришло время поиграть. Чувствую себя инспектором-гаджетом. Вкусно ели. Вот эта дрянь в компоте плавает. Потеряли одну GoPro и нашли новых друзей. О-о-о. Смотри скорее в Корею. Проект ВКонтакте.